По делу о заказном убийстве в Чебоксарах к суду привлекли бывшего депутата городского собрания Евгения Андреева. По версии следствия, Андреев из личной неприязни к своему бизнес-партнеру с декабря собирал на него компромат, а затем заказал его убийство. 25 декабря 2017 года в одном из дворов на территории северо-западного района города Чебоксары потенциальный исполнитель данного преступления, а именно убийства потерпевшего, встретился с будущей жертвой и рассказал ему о том, что ему заказали его убийство, но за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей он готов отказаться от задуманного. При этом злоумышленник не отступил от задуманного и заманил жертву в безлюдное место. Подоспевшие сотрудники ФСБ предотвратили убийство. Дело рассматривалось судом присяжных, которые вынесли обвинительный приговор. Подсудимые вину совершения преступления не признали. В то же время, как я сказал ранее, доказательства, которые были представлены стороной обвинения, полностью подтвердили то обвинение, которое было предъявлено. Суд определил организатору покушения на убийство наказание в виде 9 лет лишения свободы, а исполнителю данного преступления в виде 10 лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в течение года после освобождения из мест лишения свободы оба осужденных будут ограничены в своей свободе. Приговор в законную силу пока не вступил.